старт из Падуги. И все гонщики сегодняшнего дня догнал меня Петр. Довольно счастливый. Ну вот нас выстроили в линию. Процесс был довольно долгий. И вот цепочка выстроена прямо. И вот цепочка выстроена. Вот до старта вот так это выглядит. Доставляли довольно долго, но вроде все по регламенту, по времени все успевают. Давай, Химли, или пропускай, дружище. Mm-hmm.
томаты спелые. Okay, finish.